Аладоп. Осы доптың төңірегінде қаншама пікірталас, қаншама ой жатыр десеңізші. Бүгінде Аладопты қолаған Озар деген пікірде қалыптасқан. Көптеген футболшылар дәл осы доптың арқасында Forbes журналындағы байлар тізімінде толықтырып жатыр. Олай болса, бүгінгі біздің хабарымызда дәл осы футбол төңірегінде болмақ. Оның ішінде ордабасы премьер-лигада сынға түсіп жүрген ордабасы футбол клубы жайында болмақ. Сонымен бүгінгі біздің хабарымызға келген қонақтармен таныс болайық. Слева от меня сидит президент футбольного клуба Ордабасы Юрий Геннадьевич Бондаренко. Дальше сидят два футболиста. Капитан команды Кайрат Аширбеков, также Азат Нургалиев. Евгений Шкарин, он в свое время играл за «Металлург», имеет огромный опыт как в развитии детско-юношеского футбола, так и в премьер-лиге. Евгений Иванович является экс-президентом футбольного клуба Ордабасы. Теперь справа от меня сидит Булат Абдулаевич, тренер с 50-летним стажем в детском футболе, заслуженный тренер Казахстана, тренер, который даже тренировал главного тренера Ордабасы Байсейтова. Жанарыс Егисинов не футболист и не тренер, и называть его ярым болельщиком Ордабасы очень сложно, но за то он дает возможность играть тем футболистам, которые остались за бортом премьер-лиги. Также Жан, организатор городской футбольной лиги по мини-футболу. Олега все знают, наверное, он экс-игрок Ордабасы, ныне является главным тренером областной футбольной школы. Кенес Исмаилов, он же журналист, он же футбольный аналитик, он же ярый болельщик футбольной команды Ордабасы. С 30-летним стажем. О как. Добро пожаловать. Мы начинаем. Беседа пройдет на двух языках, то есть на казахском и на русском языке. А вот если у Ордабасы в этом году выйдет плей-офф Лиги чемпионов, то я обещаю, что мы проведем передачу и на английском языке. Юрий Геннадьевич, мне стоит учить английский язык, как вы считаете? Ну, в любом случае вам не помешает английский знать, в принципе. А обещать будем или как? Ну, время покажет. Прежде чем говорить о будущем, давайте вспомним о прошлой игре с Бейтаром. Кайрат, Азат, что же нам помешало пройти во второй тур? Ну, я думаю, в первую очередь нам помешало. Мы сильно хотели эту игру выиграть. Я думаю, мы немножко перегорели эту игру, потому что это была первая игра в истории города Чимкент, что мы играли первую игру на своем стадионе Лиги Европы с командой Бейтара. Ну, как... ну, я думаю, мы сильно хотели очень показать перед своими болельщиками свой уровень. Я думаю, немножко перегорели. Я думаю, так. Но уже во второй игре в Израиле нам было намного легче. Я думаю, мы лучшую игру показали, чем здесь, в Израиле. Азат, ну, разные как бы эти мнения. Но я думаю, лучше бы мы эту игру, например, начали бы на выезде, да, первую игру. Потому что, вот как Кайрат сказал, я тоже, наверное, поддержу его. Наверное, была огромная ответственность перед своими болельщиками. Первая игра в истории вообще в Южно-Казахстанской области, что приехало, пришло очень много болельщиков. И, наверное, где-то, наверное, ну, перегорели, наверное, да, где-то хотели сильно выиграть, но не получилось. Лучше бы мы эту игру начали, например, на выезде. Я думаю, может, тогда мы прошли бы Бейтар. Кенес ага, вы смотрели эту игру? Конечно. Жарковато, конечно. Да, плюс еще жарко было очень сильно. Но, во-первых, опыт. Все-таки игра на европейском уровне, она требует прежде всего опыта от самих игроков. Это уровень премьер-лиги и уровень Лиги Европы. Это совершенно два разных уровня. И я так думаю, что по большому счету ребят немножко и мандраж бил. Не из-за того только, что первый раз именно в городе. Ну, Кайрат, может, поиграл на таком уровне, Азат, но большая часть команды, она впервые выходила на такой уровень. Вот, и любой матч европейского уровня, он освещается на мировом уровне. Вот, я вот по интернет-сайтам, когда пройдусь, если Ордабасы играет на европейском уровне, мне, например, приятно, если где-нибудь на Евроспорте стоит Ордабасы, сыграл с такой командой, с таким-то счетом. Вот, это очень совершенно другой уровень. Поэтому, я так думаю, немножко
ребята мандражили. Ну, здесь, наверное, и болельщики, мы виноваты. На домашней игре другой уровень боления должен быть. Нам тоже учиться надо болеть. Как вот говорят. И тут болельщики погнали команду вперед. Для этого надо болельщикам уметь гнать команду вперед. Но, к сожалению, уровень боления у нас в Чемпионте тоже еще не соответствует европейскому уровню. Ну, в любом случае, все равно, вот в этом году, когда будем выступать в Евролиге, все равно ребята будут намного увереннее выглядеть. Намного. Потому что, да, я соглашусь, потому что уже в том году мы уже, получается, многие игроки получили огромный опыт, я думаю. Уже нам будет в этом году уже легче, я думаю. Какой мандраж? В принципе, и Азат играл в Евролиге, и ты играл, как бы. О каком мандраже может идти речь? Или я понимаю, если вы были бы молодыми со всеми игроками? Не, ну тут много нюансов. Вот как Кенес Ага сказал тоже, он правильно сказал, то, что есть в команде, это же как бы не это коллективный вид спорта. И тут есть ребята, которые, например, не поиграли на этом уровне. И тут как бы человек 5-6, когда играет, например, повидало это. И когда человека 3-4 тоже не повидало, это же тоже как бы играет свою роль. Я думаю, вот, что в этом году мы играем опять в Лиге Европы. Надеемся, то, что пройти как можно дальше. Мы надеемся, что мы будем принимать наших гостей у нас в Чемпионте, в нашем стадионе. Да, мы хотим сделать, сертифицировать стадион, чтобы нас допустили к играм на нашем стадионе. Мы все для этого будем делать. А насколько это возможно? В прошлом году чудо, что мы прошли вообще этот отбор. Я хочу сказать, что на данный момент мы руководству области донесли. Я имею в виду, что с прошлого года никаких там изменений нет. Да. Какой был стадион, если он не хуже, то лучше он не стал. Ну, я одно хочу сказать, что мы донесли до руководства области, что есть какие-то недостатки по стадиону. Я думаю, что, наверное, видите, нам стадион не принадлежит. Футбольному клубу, я имею в виду, на балансе не стоит. Поэтому то, что мы можем донести, те недостатки, которые есть, чтобы нас допустили, мы донесли до руководства. Они посмотрят, оценят, сколько это будет стоить, где-то эти сделать доработки, чтобы нас допустили. Ну, я просто хотел добавить, Альбина, сейчас два слова к словам президента. В принципе, вот опыт жизненный показывает, что вот на первые два этапа Еврокубка тот минимальный уровень требований, который выставляет УЕФА, он не требует каких-то сверхзатрат или каких-то больших промежутков времени. При желании, вот тот минимальный уровень требований, как прошлогодний опыт показал, в принципе, 2-3 месяца хорошей работы стадион можно привести до этого уровня. Там свет поставить, там... Ну, главное, сейчас самое главное, это освещение. Да. Вот самое главное, это освещение. Чтобы не играть, как в прошлом году, в жару 40-градусную. Да, чтобы не играть в жару. Почему? Потому что это неудобство, это большой дискомфорт для болельщиков. Если честно говоря. Вообще футбол это вот для болельщиков, это чтобы люди приходили, это праздник. Вот для них это только работа в этот час, в это время, а для остальных это праздник. Они должны выплескивать свои эмоции. А когда приходят 50 градусов жары, ну, сами понимаете, даже посещение намного уменьшится. А если, вот я хочу сказать, я уже повторяюсь, может быть, я хочу сказать, вот проходит матч во время освещения дневного, это одно. А когда при свете, ну, при освещении, это совсем другой вид. Это совсем по-другому. Другая аура. Ощущение другое. Ощущение другое. А в дождливый день это вообще экстремально? Ну, Сарбинас, погода, она такая вещь. Есть команды, которые, вот, есть же такое понятие «спартаковская погода». Если нет дождя, Спартак проигрывает. Если есть дождь, Спартак выигрывает. Это вот устойчивое. В Англии вообще каждый второй матч под проливным дождем проигрывает. Да, да, да. Там же, наверное, болельщики не сидят под дождем, как у нас, пакетом. Для того, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно, стадион
То, что стадион нужно доводить до хорошего европейского уровня, это бесспорно. Это бесспорно. Вон, мы с передачей с Евгением Ивановичем разговаривали. Есть вообще идея, может быть, новый стадион вообще построить с нуля, потому что этот старый стадион за последние 10 лет столько денег в себя употребил, скажем так, что на эти деньги можно было спокойно построить небольшой, компактный, ну, я думаю, Чимкенту вот 1015 хороший компактный стадион, он, в принципе, был бы в самый раз. С козырьком, с полем. Мне кажется, 15 тысяч – это очень мало, потому что у нас, в принципе, более популяризированный вид спорта именно в южном регионе – это футбол. Ну, по деньгам, если посмотреть. Нет, ну, будем говорить, что на сегодняшний день у нас тема дня не построить новый стадион, а именно довести вот к этой Лиге чемпионов и что-то сделать, хотя по крайней мере, решить этот вопрос с освещением. Хотя, насколько я знаю, что освещение – это самое дорогое, что на данный момент, момент это самое дорогое. Даже не поменять газон, не поменять трибуну, а именно освещение – это качественное освещение, которое походит по стандартам, это освещение получается. Ну, в принципе, вот с Олегом соглашусь в одном плане, в другом плане вот слово «дорогой». Вот слово «дорогой». Вот футбол – это такой вид спорта, где все относительно. Вот мы пытаемся, вот наши болельщики, которые, в принципе, вот приходят на трибуны иногда просто покричать, например, они не вникают в тему, начинают вот как в Европе. Извините, в Европе есть некоторые футболисты, которые стоят больше, чем Чимкентский стадион. Да. Поэтому понятие «дорогой» здесь понятие относительно. До такой большой области, как Южно-Казахстанская область, сделать освещение на центральном стадионе – это нормальное явление. Мы же не требуем построить Астану-арену, там, которую под 50 миллионов долларов потратили. Там совершенно другие деньги идут. Но должно быть желание. Желание местных властей этот вопрос в конце концов решить. Если бы мы об этом начали говорить с этого года, я понимаю, но мы об этом говорим уже последние лет 5. Если не больше. Если не больше. Там что-то пытались, я помню, какие-то прожектора поставили китайские, которые там... При ветре упали. Работали, да. И при ветре падали. Но этот вопрос нужно решать в корне раз и навсегда. Все. Да, надо так сделать. Я и не поняла, что они сказали. В этом году начнут ремонт или как? Или, как обычно, пообещали нам? Нет, давайте так, пока еще ничего никто не говорил, просто мы донесли все, я еще раз повторяю, мы донесли до руководства, чтобы принять здесь Лигу Европы, мы должны доработать стадион, там раздевалки, санузлы, тоже освещение. Все вот эти моменты мы донесли. Сейчас готовим еще. Вот, в понедельник мы будем встречаться с директором стадиона. Я с ним будем обсуждать, что еще нужно. И потом мы предоставим все документы. Влад Абдулаевич, да? Вы к нам приехали с Кюльбийского района. Да. У вас наверняка даже и такого стадиона нет. Даже вот 10, наоборот, раз, такого, как в Ордо-Бассейнске, нету, но, по крайней мере, позапрошлым году... По нашему требованию ветеранов футбола, так и далее, мы зашли к Акиму, который раньше был в комсомоле, проводил кожаный мяч. До того мы ему, по-русски говоря, мозги заморочили, что позапрошлым году выделили 28 миллионов и сделали стадион с трибунами, с новым полем и так и далее. Вот наоборот. Казалось бы, в районах что, вот в Пахтарале что творится? Футбольный бум. Мало того, сделали в Ильичевке стадион, где первая лига. Джетисай сейчас в этом году запустит, будет первую лигу там играть. Это зависит от руководства Акима. Но как к нему донесет ветераны спорта или сами игроки и народ? То есть в нашем случае, как донесет районах, до них Ордо-Басе, так и сделают стадион? Аким футболистом был, Сузаки. И два стадиона построил. Я свидетель. Нет, хорошо. Так что зависит, конечно, от как донесете. Вот сказал Юра, как донесет. Тот человек, видимо, новый Аким поймет, что Евролига – это не шутка. Но здесь нельзя опозориться. Кенисова, давно я вас не видела. Да. Не приходите болеть. В чем проблема? Да, так получилось, что года два назад я пришел с детьми маленькими на стадион, намучились и сказал, пока не приведу в порядок, лучше я по телевизору буду смотреть. В общем, ситуация вот такая. Вот футбол – это, Сарбинас, очень настолько широкий
спектр этого слова. Uh-huh. Вот. А раз уж мы сегодня собрались говорить непосредственно по ордобасы, то мы, мне кажется, должны понять одну вещь. Ордобасы — это не команда Шымкента, ордобасы не команда там какой-то организации, ордобасы — это команда области. Я вот на стадионе знаю вот ребят, которые из Сузака приезжают на каждый матч, чтобы поболеть за эту команду. Это команда всей области. И, естественно, здесь должно быть у руководства области четкое понимание вот этого вопроса. И когда команда выходит играть на поле ордобасы, то она выходит не... Вот Кайрат не выходит для того, чтобы вот по полю побегать и там завтра своей премиальной получить это. У каждого футболиста есть внутри, сидит такой вопрос: а что про меня будут рассказывать через 20 лет старые болельщики? Что через 30 лет будут про меня рассказывать? И им хочется выйти перед болельщиками и показать то мастерство, которое они нарабатывали всю свою жизнь. А по уровню мастерства, я вам скажу, в команде Ордобасы есть футболисты, которые не уступают многим европейским футболистам. Это в футболе там как? Уровень мастерства примерно две ноги, две руки. Все отличается чуть-чуть на секунду лучшим мышлением и чуть-чуть на секунду лучшей скоростью. Вот вся разница. Вот. Барселона играет по той же схеме, что и играют ордобасы, но они играют чуть-чуть быстрее. Вот и вся разница. В Барселону ходят поэтому, десятки тысяч болельщиков. Когда болельщик приходит на стадион, он должен не просто смотреть мастерство Азата Нургалиева, он и должен душой и телом отдохнуть там. Он должен получить комфорт, уровень комфорта. Чтоб я не покупал мороженое у тетки, которая там бегает по стадиону, купите мороженое. Я же не знаю, в каких антисанитарных условиях она работает. Вот он весь уровень. Смотрите по телевизору на Камп Ноу матч. Там ходят стюарды в специальных формах. Они все лицензированы, они все сертифицированы. Вот бизнес. Но с другой стороны, Кенесага, если этот комфорт им создадут, я пришла, мне все комфортно, а команда не играет. Я не приду. Зачем этот комфорт, если команда не играет? Допустим. Я вот считаю, Кенезага, момент... с Барселоной не надо сравнивать. Давайте сравним хотя бы с Хоффенхаймом, с Бундеслиги. Команда играет в Бундеслиге, вы знаете, чемпионат Германии. Команда расположена в городе, деревне, населением 3000 человек. Команда играет в Лиге Европы, причем играет в групповом турнире там. Я не знаю, не помню, выходила она в плей-офф или нет. И вот мы сейчас говорим про стадион. У них стадион вместимостью 30 тысяч. Полностью до отказа заполнен. Уровень игры они показывают. Одна из самых веселых команд Бундеслиги. Я не говорю, что они где-то в лидерах, но вот когда они в прошлом, позапрошлом сезоне, они были осенние чемпионы Бундеслиги. Команда, играющая в городе с населением 3000 человек. А что же нам мешает у нас миллионный город? Юрий Геннадьевич, что же нам мешает? И бюджет у нас, я думаю, побольше, чем у Хоффенхайма. Ну, как бы поддержать в том плане, что вот вы говорите там, я хочу об ордобасы побольше. Я хочу сказать, что все-таки вот вы говорите там зрелище или игра. Вот наши ребята все у нас в команде. Я хочу сказать, что каждая область хочет, чтобы в главной команде побольше местных игроков играл. И это плохо получается у всех. А вот здесь, если честно говоря, наши, вот они, ребята, все, там человек 15, наверное, будет, 16 человек местных ребят именно в нашей команде. И этот костяк, который, вот они все вот рядом ходят, поэтому все качество игры мы каждый раз можем у них спросить. Это... Давайте спросим. Соседнего двора игры. Наши ребята, понимаете? Я имею в виду, что вот вы по качеству игры. Угу. Вот это наши ребята, и они не хуже кого-то либо. Поэтому мы можем спрашивать с них. И мы можем похвастаться этим. Ордобасы может этим похвастаться. Но это не означает, что это мы создали там за какой-то там полгода. Это создавалось, я хочу сказать, там уже годами. Вот к этому пришли. Вот, понимаете? Вот ордобасы — это уже такой, по-своему, местный, даже не местный, а уже он представляет не только Чимкентскую область. Будем говорить, это бренд. Это бренд, во-первых, он уже не Чимкентскую область, он уже Казахстан будет представлять. Уже представлял в том году и 3 года назад представлял. Поэтому эти ребята, это и вот мы можем спокойно пригласить и также вместе обсудить все эти вопросы. Если они будут плохо играть, вы будете им задавать вопрос, почему плохо играете. Правильно?
Вот они рядом здесь. Ну, сейчас пока претензий, в принципе, я нет, думаю, да. Что... Пока нет. Нет, понятие, плохо играет. Нет, хотелось бы услышать твое мнение нет, ну, по этому поводу. Нет, ну, перед началом сезона ставится задача там, перед футболистами, да, определенно там, попасть там, в Лигу Европы, например. Ну, на протяжении, например, 2 лет мы выполняем эту задачу. Вопрос другой, там, не получилось Бейтаром, да? Сыграть там по каким-то или иным причинам. Я сейчас, это не отговорки, да? Но есть, мы тоже извлекли уроки, например, тоже есть какие-то моменты. Мы постараемся в этом году. Я не говорю, но мы будем стараться, например, извлечь те, например, те ошибки, которые у нас были, и в этом году уже не допускать их, да? И постараться как можно дальше пройти. Но мы на протяжении, например, 2 лет, я не знаю, бывают хорошие, плохие игры, но то, что руководство перед нами ставит, задачу попадания в Лигу Европы, мы выполняем ее. 2-й год попали в Лигу Европы. Хорошо, задача задачи. Вот, я думаю, Жан хотел сказать не о задачах, а о том, чтобы игра была зрелищной, да, чтобы зрелищная. Болельщик приходил. Вот, я вот был, вот, кстати, на матче с Бейтаром был, я видел. Там, по-моему, за всю игру, по-моему, 2 всего опасных момента создали. Обе команды причем. И вот вы говорите 40-градусную жару, вот, Юрий Геннадьевич, у нас, в принципе, говорит, костяк наш чемкенский. Они к нашей погоде должны привыкнуть к 40 градусам. Это вот тут Бейтару надо было приезжать и акклиматизацию проходить здесь. Это им должно было быть тяжело играть при 40-градусной жаре. А мы здесь родились, мы коренные шимкенцы, мы к этой погоде должны быть привыкли. И так... второе, сейчас извиняюсь, вот перегорели. Ну, профессионалы, я думаю, сколько лет играют, не должно быть как бы отмазкой, чтобы перегорели. Нет, зрелищно играть, зрелищно. Я не знаю, как зрелищно. Зрелищно это Барселона. Более атакующие. Вот. Более атакующие. На тот момент у нас работал Кумыков. Главный тренер был Балютич. Все знают, как Кумыкова, какая тактика была. Пришел Байситов, при нем другая тактика. Это надо вопрос тренеру задавать. Хорошо, ну, вот за 2 года сколько тренеров поменялось Ардабасы? За 2 года 3 тренера. А сколько голов забил Ардабасы за два сезона последних, общесуммарно? У нас вообще есть какой-нибудь бомбардир, который забил больше 5 мячей? Хотя бы в тройке лидеров был по чемпионату Казахстана. Вот сейчас взяли мы... К сожалению, нет. Косолица, да? Он сколько мячей забил, например, в прошлом сезоне? Я читала, он, если не ошибаюсь, 24 матча провел и ни одного не забил. А смысл его нам... Ну, во-первых, все-таки все равно мы должны ориентироваться на главного тренера, но свое видение. Понимаете, он же не просто так взял его. Есть нападающие, они же... Один нападающий уже не может забивать, по сути это дело. Для каждого нападающего должны быть помощники. Вот если они есть в той команде, возможно, он раскроется в этой команде, в Ардабасы. Значит, у него есть такое мнение. Ничего страшного нет, может быть, он 2 года не забивал, теперь начнет забивать. Хотя есть в Казахстане тенденция, да, вот из моего личного опыта, да, будем говорить так, что нападающий, первый год играющий в чемпионате Казахстана, он практически всегда выстреливает, всегда идет в тройке лидеров. Ну, надеюсь, что в этом году тоже так же, да, будет? Я надеюсь, что будет каждый год так. Вот. Тем более, ну, придется тренер... менять нападающих тогда. Да, тем более главный тренер решил что-то новое обновить, новую кровь в команду. Мы будем надеяться. Нет, здесь нужно, мне кажется, все-таки, как это ни прискорбно не звучит, но нужно понимать такую вещь. Уровень казахстанского чемпионата – это уровень казахстанского чемпионата. Ну, да. И вот когда Жан говорит, что вот там зрелище, да, легко болеть за Барселону. Но Ордабасы – это наш сын. Я вот как дедушка говорю, Ордабасы Мусин. Хорошо играет Ордабасы, плохо Ордабасы играет. Я должен за эту команду болеть, потому что это мой сын. Если Мусин плохо играет, я его ругаю, но я все равно его болею, я его не бросаю. Точно так же и Ордабасы. А так что, хорошо играет Суарес, Месси и Неймар. За них приятно болеть, но я за них не переживаю. Так, как за Ордабасы. Если Ордабасы проигрывает, у меня близкое состояние к инфаркту. Так я это и говорю от того, что переживаю. Да. Ага. Я, можно сказать, не скажу, что прямо от лица всех болельщиков. Если в Чемкенте появится нападающий, который по 20-25 мячей будет в чемпионате забивать, я вам гарантию даю, через год он будет играть в Хоффенхайм. Мы же все будем радоваться, если он будет забивать столько. Денис Ага, вот тут такой момент, вы все равно... Как бы вы не переживали, вы дома переживаете, 2 года уже не ходите на стадион. Вот я к этому хочу и вот вернуть таких сейчас. Таких же, как вы, очень много. Тактически другие составляющие Ордабасы, это головная боль главного тренера. Пусть у него башка болит, придет чемпионат, посмотрим, чего он наработал. Сейчас у меня больше всего душа болит за болельщиков. Вот нужно задать здесь
такой сакральный вопрос, для чего? Для чего команда нужна? Для чего чемпионат нужен? Для чего в Европу выходить? Вот человек же для чего-то же делает это. Если мы выходим в Европу для того, чтобы пройти один тур, второй тур и на этом завершать свое выступление, это одно. Если как Астана стремится поиграть в групповой стадии Лиги Чемпионов, тогда нужен другой бюджет. Поэтому мы должны этот вопрос задавать. Вот для меня, например, Ордабасы, это моя мечта древняя, скажем так, 30-летняя. Это если мы не можем позволить себе покупать футболистов уровня Китивуамы, например, там, или Кабананги, там, да, то у нас есть свои, Нургалиевы и Ашербековы, им нужно ставить посильные задачи. И вот как сказал президент, мы можем отличиться в Казахстане как единственная команда, которая полный упор делает на местных воспитанников. Как Аякс сидеть, воспитывать классных футболистов и Ашербековых, Нургалиевых продавать Хофенхайм. И на этом зарабатывать деньги. Это тоже один из выходов. А эти деньги вкладывать в развитие инфраструктуры. Можно, Ильяс? Да, вот я долго слушал и внимательно слушал. Понимаете, у нас разговор идет о команде Ордабасы, потому что мы все переживаем, мы ее любим. И это уже, к сожалению, вот этот разговор должен был состояться еще бы лет 5-6-8 назад. Последняя встреча с болельщиками вот таком, как бы, в таком примерном составе, она была в 2009 году. Когда могли высказать, что хотят от команды, что от нее ждут и так далее. Мы вот сейчас собрались и пытаемся выяснить, в чем причина. Мнение у нас не может быть одно. Вот к словам Кинеса я хочу добавить. Вот то, что ребята говорят по поводу претензий к ним. Ну вот Бейтар там проиграли все. Вот Азат правильно сказал. Может быть это как-то так получилось. Ведь команда играет еще от того, как хочет тренер. И примеров не один. Тренер видит эту игру и использует тех игроков, которые у него есть. Вот Кумыков использовал то, что у него есть, но его методика и его тактика была, даже с Бейтаром, вот как сказал Жан, два опасных момента. Потому что игра была от обороны, мы Бейтар не знаем, вдруг сейчас Бейтар нам набьет там авоську целую. Давайте будем осторожненько, посмотрим, в контратаке получится, забьем, не получится. Ну не проиграем, нас никто ругать не будет. Мы в лиге первый раз играем дома и все. Я на 90% уверен, что это повлияло. И то, что они как бы перегорели, это все проходит. Через 15-20 минут любой футболист знает, это все проходит. Начинается уже игра, и играешь ту игру, которую тебе сказали. Вопрос в другом. Мы все равно плавно придем к тому. Чемпионские футболисты, 15 человек, 20 человек. Тренер, какую будет игру ставить, раз. Это, во-вторых, какая задача будет ставиться? Это два. И в-третьих, какие футболисты пришли к нам? Мы можем их собрать, всю команду чемпионских. Но мы выиграем или нет? Евгений чемпионат. Саш, секунду, одну секунду. Давайте мы придем к тому же. Вот команда Лестер, английского чемпионата, которая с последнего места не уходила. Тренер поработал 2 года из всех людей, которые у него были. Он сделал команду, которая хочет добиться звания чемпиона Англии. У нас есть такая возможность? Мы сейчас скажем, ну, теоретически, да. Но практически мы приходим к тому, что игроки, которые приходят в команду, вот сейчас Юрий Геннадьевич не даст соврать, но они не соответствуют Ашербекову или Нургалиеву. Это люди, которые поиграли в командах, может быть, как мастера созрели не в Чимкенте. И они не дадут соврать, когда первоначально планировали их пригласить в Чимкент, вернуть Чимкент. Они были связаны контрактами, каждый из них честно говорил, я не могу сейчас приехать, потому что я пообещал играть там, в Кустанае, в Караганде, в Актюбинске и так далее. А мне кажется, дело даже не в игроках. Вот у нас такая тенденция. Начинаем мы с одним главным тренером, заканчиваем с другим главным тренером. Это, конечно, основная причина. Вот. Я хотела сказать, от того, что мы собираем костяк местный, что от этого изменится, если мы каждый год меняем главного тренера, президента, там всех остальных. Вот Азат говорит, да, что тренер меняется, вот вы сами тоже подтвердили, что тренер меняется, и футболисты тоже не знают, как играть. В прошлом году хорошо сделали прорыв, вышли в Евролигу. 2 опасных момента создали. В этом году, возможно, создадим 4 опасных момента. Над ошибками поработаем, да? Но от этого что изменилось? Стадион изменился? Нет. Не, ну главное, Сарбинас, тут понимаете,
если мы говорим конкретно о команде, о футболе сейчас, потом о игроках. Вот вам нравилось Кенесара, как играла Астана в том году? Вам нравилось? Нормально играла. Да, красиво играла. Нормально играла. Она некрасиво играла. В конце, она некрасиво играла. В конце сезона вам нравился Ардабасы? Тактика. Нет, можно нет, я, нет, я сейчас чуть-чуть вопрос сейчас... Олег, вот вам нет, нет. Азат, вопрос красоты игры. Нет. Это вопрос вкуса. Да, да, кому-то да. не нравится, да. как Барселона играет, кому-то не нравится, как Реал играет. Нет, ну, мы сейчас хочу... просто вопрос, можно я вас перебью? Мы просто сейчас вопрос, будем говорить непосредственно, да, Азат? Вы ответили на вопрос, то, что я знаю, как футболист подстраивается под то, что требует тренер. Но так как мы живем в южном регионе, Евгений Иванович, да, там вот Генис Агаев, вот у меня просто вопрос. Здесь всегда в какой футбол играли? Ну, в техничный, да. Всегда катали. Есть подбор игроков, конечно. Которые оснащены технически очень хорошо. Я могу по именам назвать, кто у нас с мячом обращается, будем говорить, там мяч просто липнет к ноге, да? Тогда сделаем тогда такой вывод. Для чего тогда брать тренера Кумыкова, если он играет в оборонительный стиль? Это уже получается на самом этапе подписания контракта с тренером мы обреченная команда, что болельщики будут говорить, бегите вперед, а мы будем сзади стоять. Получается, что на этом этапе уже сам президент должен понимать, что ему нужен тренер совсем другой. Тренер, здесь который любит атакующих. Вопрос, если... сейчас... Он не привезет тех футболистов, он не найдет в Чимкенте, которые подходят под его стиль. Естественно, он будет привозить с Караганды и прочих, которые под его стиль подходят. Вопрос немножко, мне кажется, собирался в другом. Мы опять возвращаемся к вопросу о том, что футбол, Ордабасы – это команда, физкультурная команда какого-то профсоюза. Уходить надо от этого вопроса. Футбол – это бизнес. Вчера Шахтер продал Тейшеру китайцам за 50 миллионов евро. Купил его за миллион в свое время. Продал за 50. Шахтер может себе будет позволять дальше развивать. Когда Ордабасы поймет, что это не физкультурный клуб какого-то университета или какого-то завода, как «Металлург» Евгений Иванович играл, это была команда свинцового завода. Они числились там слесарями и работали за эту команду, играли. Инструктор физкультуры. Инструктор физкультуры. Сейчас мы подходить должны с точки зрения, что перед нами сидят два бизнесмена. Они зарабатывают деньги, заключают контракты, получают премиальные и так далее. Они зарабатывать должны на нас, болельщиках. Мы сейчас в Казахстане в футболе сложилась такая ситуация. Казахстанский болельщик платит дважды. Первый раз он платит в бюджет как в виде налогов. Из этого бюджета содержится команда. Второй раз он платит, когда приходит на стадион, покупает билеты. Это совершенно неправильный подход вообще в самой системе футбола. Пока, как Кайрат, например, сейчас пытается перейти на эти рельсы, там бизнесмен свой есть. А в Чимкенте, вот правильно говорят, вот Евгений Иванович мне перед передачей сказал, кто из наших бизнесменов вкладывается в команду? Я не думаю, что Абрамович покупает Челси из альтруизма какого-то, ему некуда деньги девать. Он деньги там делает. Я не думаю, что он за миллионы долларов покупает там этого Мауриньо главным тренером. Один маленький пример, и я дальше вам скажу. Когда Гаррета Бейла купил Реал за 100 миллионов евро, все говорили, что за дурость. Как можно человека за 100 миллионов евро купить? Но когда через 2 недели эти бабки отбили за продажах футболок с надписью «Гаррет Бейл», за 2 недели отбил Реал эти деньги. Вот где, вот Ордабасы, если мы хотим, чтобы перспектива была и так далее. Вот об этом, вот господин президент, с вашими коллегами вы должны думать. Я вот вопрос этот риторический задал. Надо бизнесмена найти такого? Нет. Это совсем другое, это не про бизнесмена. Кенис Агай хотел сказать, что нужно поднимать саму инфраструктуру клуба. Конечно. Сейчас, вот, например, элементарно купили, вот будем говорить так, непосредственно, вот Кайрат Ашербеков, да, он, будем говорить, значимый, да, там для южного региона, там футболист, его любят, на него приходят посмотреть, на тебя приходят посмотреть, правильно? Но ты хотя бы в одном магазине у нас видел ты, что твою футболку с твоим номером продают? Речь совсем не о том, что бизнесмен. Речь идет о том, что клуб должен в первую очередь поднимать свою инфраструктуру. Где элементарно ты сам можешь, у тебя много друзей, много родственников, которые просят твою футболку.
Да, ну, к примеру, это так есть. Я сам знаю, что есть такое. И ты не можешь ее подарить, потому что в клубе ограниченное количество. У нас есть такая возможность, Юрий Геннадьевич? Я вам хочу сказать, я понимаю, что вот это так красиво можно говорить. Да, это красиво это можно, да. Да, 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 да. Да, вот сейчас вот красиво это можно говорить. Но есть у нас мы на государственные деньги мы содержим. Мы не имеем права, ну, я имею в виду, мы не имеем права, честно говоря, заниматься коммерческой деятельностью. Заниматься коммерческими этими делами. Я вот сразу вам говорю. Почему? Мы не имеем права именно вот закупать форму, вот, которую мы можем продавать. Я вам сразу говорю. По закону мы имеем право. Вот я вам объясняю. Зачем тогда просто, вам там нужен маркетолог? У вас там сидит маркетолог. Вы просто не это. Геннадий, скажите, пожалуйста, а вообще вот если иметь грамотного юриста, в принципе, я думаю, есть какие-то, даже не обязательно, чтобы это было с бюджета клуба. Фан-клуб может заняться. Нет, может быть, какая-то... Фан-клуб удали оборотные деньги, он сделает. Я вам хочу сказать, что вот с этого года, если честно говоря, мы сейчас я просто не буду озвучивать, потому что мы много новшеств прям с первого матча у нас именно для болельщиков. Ну, в первую очередь, хорошо, да. Я должен работать с болельщиками. В первую очередь. Поэтому очень много новшеств будет. Именно Кемес, для... надо прийти на первый матч. Да, чтобы... Да. Идем. Да. Куда мы денемся? Да. Никуда не денетесь, все придете. Поэтому эти новшества с первого матча будут вводиться. И это будет уже обсуждаться. Тем более мы в этом году сделаем совет ветеранов. Чтобы через каждые 4 матча мы будем собираться и вопросы какие-то... А кто входит в этот совет, если не секрет? Мы объявим, мы пригласим и скажем. Это около 10 человек будет. Поэтому, а вот по поводу вот этих, как вот вы говорите, там, футболки, там, магазины. Мы не можем это себе позволить, чтобы построить магазин такой, понимаете? Я с удовольствием бы это... Господин президент, я вам скажу одну вещь. Вот я работаю 30 лет в журналистике. Я понял, мне тоже немало лет, слава богу, полтинник разменял уже. Я понял одну вещь. Слово «нельзя» и «не можем» в жизни, они вообще неприемлемы. Если умно, грамотно сядут ваши маркетологи и юристы, всегда можно найти выход. Вопрос, опять же, я повторяю. Для чего Ордабасы, например, выходит в Лигу Европы? Вот мы Для чего государство миллиарды тенге тратит на команду? Миллиарды, там же вопрос не о миллионах идет же. Сейчас 2 миллиарда. Кризисом... Ну, вы... Вот вопрос заключается. Вот выходит, скажем, какая-то клуб, Кайсар, там что-нибудь, Тарас, да, и покупает за десятки тысяч долларов, платит какому-то легионеру деньги, чтобы какую-то задачу, вот как Азат сказал, выполнить. Но никто не задается вопросом, для чего эта задача ставится. Конечная цель, где этого поезда? Где конечная остановка? Это имидж, имидж. Чтобы Кенес Ага приходил на стадион. Имидж. Вот, имидж. Вот. Ну, чтобы он приходил, надо же, чтобы интересно было прийти, посмотреть, удивиться. Конечно. Пусть проиграем, но со счетом 5-4, зато мы уйдем под хорошим впечатлением. Не от того, что мы проиграли, а от того, какая игра была. Завтра мы придем, завтра выиграем 4-3. И так потихоньку, пусть 40-градусную, но стадион будет заполнен. Просто посмотреть, ох, какое шоу у нас здесь. И завтра будут те же футболки Азата, Кайрата. В любом магазине, пусть, ну, я не скажу, высокого качества. Мне было бы приятно прийти на футбол с футболкой, например, Кайрата или Азата. Жан, вот не только шарфом. Клуб «Барыс». И давайте спросим, давайте спросим у ребят, вот ответьте, пожалуйста, что же мешает играть в зрелищный футбол? Не, это палка двух концов. Я думаю, нет, это же... Нет, вы молчите, как будто соглашаетесь со всем этим. Наоборот, я голос хочу сказать, они играют. Слышу. Они пусть скажут. Мы просто слушаемся, просто сейчас, просто мы слушали. Тут это, знаете, тут непосредственно вопрос должен быть конкретно нам, профессиональной точки зрения. Например, нам же вот как обратно туда же вернуться, вопрос в тренере все. Тренер выбирает тактику, тренер, это тогда встреча с болельщиками нужно постоянно. Что вот как Олег сказал, там, мы там с детства у нас там климатические условия позволяют там, да, там 8-9 месяцев, чтобы дети играли, там бегали с мячом, например, да. И 15 человек, например, у нас в команде, все любят играть там с мячом, там возиться, да, атакующий, я имею в виду, стиль. Это опять же вопросы к тренеру. Придет тренер Кумыков, он, например, придерживается оборонительным футболом, стандартом. И мы же не можем сами взять в команде и сказать, мы будем атакующий футбол играть. Правильно? Будем говорить пример, что почему Барселона не берет Мауриньо, да? Ну это в принципе, да? Да, потому что тот играет оборонительный футбол, более значит, тактический. Отсюда, Олег, логический вывод, вопрос даже не в тренере. Я опять возвращаюсь к самому началу.
вопрос в руководстве команды. Для чего, под какие цели, для чего они берут того или иного тренера? Если они строят какую-то конечную цель... А если под... тренера взяли до президента клуба, как тут поступить? В нашем случае. Не, ну в нашем случае, по-моему, не имеет права поменять тренера. Президент определяет политику команды. Мы о логичные вещи сейчас говорим. Кто такой тренер? Тренер делает игру, которую ему заказывают. Тренеры определяют государственный орган, поскольку они финансируют команду, и решение принимается до президента. Тут есть свои нюансы. Идем. Если брать Астану или брать Кайрат, ну вот возвращаясь к Кайрату. Это было в 2011 году, когда Баранбаев возглавил команду. Вот правильно мы же сказали. Он как бизнесмен, он сказал, у меня есть бизнес-план. Все люди, которые работали в клубе, я вам благодарен за работу, но я буду брать новую команду, подбирать. Через 3 года я должен оправдать те средства, которые я вложу. Я в команду буду вкладывать с нуля, но я сделаю по своему плану, и через 3 года команда будет бороться за первое место, а дети, которые у меня будут воспитываться, они будут пополнять команду. И 3 года он профинансировал, финансировал и сейчас финансирует. То есть он, правильно мы говорим, пришел не за то, что просто вложить деньги, как дяденька, вот я дам и все. Он пришел зарабатывать. Он пришел, он к этому же и пришел и стремится. Евгений Иванович, я хочу сказать, что в этом году мы будем стараться, чтобы вот именно начать зарабатывать. Вот с этого года мы будем, хотим вот как-то... С чего-то начинать, чтобы зарабатывать. Вы же сами говорите, что вам коммерция запрещена. Нет, вот именно. Вы же говорите, это запрещено. Значит, это... можно найти выход? Можно. Мы Слово «можно» лучше, чем «нельзя». Мы и находим. В прошлом году, я помню, клуб, когда был другой президент, выпустили какие-то ручки, кружки. Он мне сам показывал кружки, потом шарфы были, помните? Шарфы были. Но это все как вот выпустили, так все и закончилось на этом. Если честно, я даже не видел ни одну ручку. Я видела, потому что я приезжала с соседями. Может, вам бы привезли их мы? Галочку вот поставили? Даже дело может быть, дело в том, что их просто не покупают. Есть такая проблема? Давайте так, я сейчас не могу сказать, почему. Потому что давайте вот сейчас мы начнем. Сезон. Я за другое, то, что было, я не могу сказать. Да, ручки там были или кружки там были, я не знаю, футболки. Давайте так. А у вас не будет ручек, кружек? Давайте я просто имею к тому, что их просто не покупают, не нужно их делать. Это не самое главное. Наверное. Самое главное, чтобы мы будем делать... Борис нарисован. Чтобы пришел болельщик. Все правильно. Вот и все. Будет это кружки или ручки, это будем мы уже потом. Вот будем собираться через каждые 4 матча и будем обсуждать это. А что было, это было. Все, что было, там много хорошего было, я вам хочу сказать. И вот это все хорошее нужно сохранить. Это в первую очередь. Например? Можно один вопрос, Арбинас, президенту. Вы в этом году планируете какие-то товарищеские матчи проводить в Чимкенте? Международные, например, скажем. Приглашать клубы какие-то. Тот же Пахтакор, например. Понимаете, вот к нашей теме разговора. Вот Ашербеков — это бренд. Нургалиев — это бренд. Грех не раскручивать их. Грех не раскручивать. Apple, вот эта половина яблока, вот этот сам логотип, он стоит дороже, чем Норникель вместе со своим городом Норильском. Вот бренды эти будем раскручивать. Точно так же, как ездит Манчестер в Китай играть. Они же бизнесом занимаются. Вот товарищеский матч Ордабасы Пахтакор в Чимкенте. Это звучная тема. Да. Идет город болеть. Конечно, придет. Планирует руководство команды такие вещи? Нет. В окнах где-то. Не проводить сборы где-то в Турции, там для 10 болельщиков проводить товарищеские матчи. А вот в Чимкенте, чтобы вот организовывать по ходу чемпионата вот такие вещи. Князь Агайтов, это опять же вопрос к тренеру больше. Да. Это идет план. Я вам хочу сказать, что когда они уже сюда приезжают, уже практически начало чемпионата. И уже как бы товарищеские матчи во время сезона, ну, они не удел. Есть до сезона. Это же, в принципе, те же деньги. По сезону там игры. Нет, это планирование идет, там определенное планирование. Почему не планировать такие вещи? Да. Это зависит, например, от разрывов, например, между уверен, играми. Я уверен, что Униоткор с удовольствием приедет в Чимкент поиграть. И это, на этом вот
Нет, у них свой чемпионат идет. У нас идет все свой правильно. Чемпионат. Уже здесь планируем, здесь нужно, чтобы это все совпало. Это большие сложности. Будем смотреть. Это большие сложности. Не, ну в мире же проводятся же товарищеские встречи. Если бы сборы проходили, вот сейчас на данный момент сборы проходили бы, например, здесь в Чимкенте, да, в это время можно. В это время можно пригласить. Так, мы про что? Мы говорим предсезонный сбор. Мы говорим про предсезонный сбор. Во время перерывов. Но... Вот нет, этих... если у нас окно, мы же не знаем, у них будет окно или нет. Это же... Ну, не обязательно Бунидюр или Пахтакор, смотрите, можно это, другую принципе, команду. Пожелание, это я поддерживаю. Да, это, например, нет. Не обязательно Пахтакор. Тот же Битар Иерусалим, если с ними найти, есть контакты, пригласить их, чтобы приехали на товарищескую игру под какие-то деньги или что-то, или под, хотя бы под имидж. Там, в честь юбилея там, какого-то 50 лет команде или там, 150 лет Памир, какому-то кафе. Пригласите. Кроме Израиля у нас есть Турция рядом, который, там Фенербахче или Галатасарай. И, то есть это вот мы опять же возвращаемся к тому, что имидж клуба это не только ваша работа, а тех людей, которые с вами рядом работают. Они должны думать о том, как раскручивать. Не только уж президент должен сидеть и днем и ночью, сутками думать, что сделать, как болельщиков привлечь, как команду поднять, там как им сборы провести, как повысить имидж. Пусть люди работают, пусть думают. Поэтому, Евгений Иванович, мне кажется, поэтому надо почаще встречи с болельщиками делать. Нет, раз хотя бы в месяц или в квартал. Вы же видели, в прошлом году на Бейтаре, как стадион заполнился. Да. Почему он заполнился, несмотря на 40-градусную жару? Город соскучился по большому футболу. По большому футболу соскучился, по именам соскучился. Вот о чем должно руководство клуба думать. Я хочу сказать, что с этого года, мы открыли новый сайт, всем доступный, информация полная там сейчас идет, почти с тренировок, с матчей, полностью идет, Спорт.кз, Фанатик, везде, каждого, кого подписали, везде информация идет. Поэтому, если вы не читали, это не означает, что этого нету. Просто болельщикам хочу пожелать. Я хочу сказать, что вся команда будет выкладываться. В этом сезоне. Я хочу сказать болельщикам, что наш тренер человек амбициозный, еще раз повторяюсь. Все, что он знает, все тот опыт, который у него скопился, он сейчас хочет это отдать обратно Ордабасы, и мы должны получить какую-то от этого выгоду, результат. Поэтому давайте будем собираться чаще, это однозначно. Будем обсуждать. Я хочу, вот, чтобы после каждых четырех игр, мы где-то собирались и обсуждали. Не только этим составом, может быть, еще расширены. Поэтому давайте болеть, давайте друг друга поддерживать. Я думаю, что результат придет. Біз хабарымыз осымен аяқтаймыз. Жігіттерге сәттілік. Ал бізбен бірге болғандарыңызға өте қуаныштымыз деп, біз Топжарған бағдарламасы келесі аптаға дейін өздеріңізбен қоштасады. Аман сау болыңыздар. Жеңісті күндері қайта жүздескенше.